Что это вообще за действо? Ну, ребят, ну это уже не Майнкрафт. Согласитесь, да. Или там будет все по-нормальному, как у людей. Давайте, давайте, давайте. Ребят, я жду. Найдется все на самом лучшем сайте по Майнкрафту в Рунете, geroncraft.ru. Все ссылки в описании. Жду вас там. Ну, а перед началом этого видео, дорогие друзья, давайте соберемся с мыслями, соберем 300 лайков на продолжение. Да-да-да. Так что, ребятки, продолжение зависит от вас. 300 лайков. Но нам сегодня нужно не 300 лайков, нам нужно один единственный лайк. Дорогой друг, не ленись, поставь один единственный большой пальчик вверх под этим видео. Ну, недовольны, не согласны, не забудьте поставить, пожалуйста, дизлайк и написать комментарий. Поехали! Всем пламенный привет, с вами снова Александр, более известный как Герон, и этот день настал. Сегодня мы выживаем в Майнкрафте без модов, с модами точнее, куда, с модами, все как у людей. Но без блоков, без кубов. В прошлый раз мы уже с вами выживали в Майнкрафте без света. Сейчас мы попытаемся выжить без блоков. И еще на закуску было еще выживание без текстур. Да-да-да. Так что, ребятки, заходите, смотрите, кликайте по ссылочкам, которая будет вверху слева, вверху справа. К сожалению, здесь лагает адский лес, потому что он горит. А вовсе не потому, что мод лагучий. Я вам сейчас хочу показать одну очень удивительную вещь. Где же это? Наконец-то нашел я пещеру. Смотрим. Казалось бы, что может быть проще? Так, мобов включаем. Смотрим. Ну, ребят, ну это же не Майнкрафт. Согласитесь. Так. А вот тут косяк. Остались блоки. А что это такое, а? Какого-то андезита, диорита и же с ними. О, тут какой-то булыжник. То есть, скорее всего, блоки всяких руд и прочее из модификации, которые спавнятся под землей, скорее всего, здесь тоже будут нормальными блоками. Мы сейчас даже с вами попробуем. Секунду. Мы с вами играем максимально честно, чтобы узрить. Это соль. Соль не очень-то нужна. Это у нас... Да, это из модификации, ребята, это не ванилка. То есть он действует только на ванильные руды. Так, а как мне этот уголь добыть? Я вот честно, видите, я даже не понимаю, куда я копаю, почему текстуры не меняются. Так, я вроде хотел уголь скопать. Копается уголь почему-то слегка выше, потом блок слегка ниже. Как же попасть-то в уголь? Копать сложно, друзья мои, очень сложно, непонятно, где что находится. И ты вроде курсором мышки ткнул в нужное место, но куда-то что-то пошло не так, короче. Ладно, с грехом пополам немножко угля накопали. Хорошо, теперь. Да, ребят, и еще, конечно же, бесплатный X-Ray, смотри. О, да, бесплатный X-Ray. Если что, я не виноват, оно само ко мне пришло. Я ничего не читерил. Вот видите, в этот раз у меня нет никакого X-Ray. Нету, 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 все по-честному. Так, я сейчас хочу посмотреть, как лавовое озеро выглядит. На самом деле, копание в земле занятие веселое, потому что я не могу даже факел поставить, как мне его куда-то воткнуть. Зачем я согласился на этот челлендж? Друзья, не забывайте написать в комментариях, какой челлендж мы будем делать в следующий раз. Технически, это туннель 2 на 2 блока. По факту, это очень интересная штука получилась. Так, падаем в какую-то пещеру с какой-то водой. А, выглядит это вот так вот. Тут вода еще более глючная. Ладно, теперь вот что мне хотелось бы узнать. Давайте вот что. Телепортируемся в деревню. Для этого я сейчас убью себя, потому что здесь делать мне нечего. Я уже понял, что копаться под землей здесь, ну, просто не unreal полный. Давайте. Дома нормальные. Это прикольно. Самое интересное, что раньше деревья тоже были квадратными, теперь они стали круглыми. Теперь мы модификацию усовершенствовались. Тоже непонятно, где я рублю, что я рублю, как я рублю, при каких обстоятельствах. Все, гей. Давайте грабанем носатых, как обычно. Герон обожает грабить носатых. Носатые, вас ничего не смущает? Нет, точно. Носатые квадратные пока что. Это хорошо. Их можно облапошить и продать им же их же морковку. Да, тоже. Обожаю это занятие. Теперь давайте посмотрим, как выглядят дома внутри. Тоже квадратные, нормально, ничего особенного. Так, друзья мои, давайте посмотрим, как выглядит Незер. Вот это вопрос очень интересный. Так, где это? Как это?
Я видел... Хорошо, давайте сейчас найдем лавовое озеро обратно. Секунду. Так, теперь попробуем разлить воду. Так, вроде бы нормально вода разлилась. Теперь давайте попробуем подобывать. Как полагается. Копаем под себя, конечно же. Запомните, копать обсидиан нужно обязательно под себя. Опять, как всегда, я в блоке въехал. Ничего необычного. Так, пока я собираю портал в Незере, ребят, вопрос к вам на миллион баксов. Как думаете, как будет все это выглядеть в Незере? Все квадратненькое будет? Или потому что разработчик ленивая задница? Или там будет все по-нормальному, как у людей? Давайте. Ребят, я жду. Пишите в комментариях, проверяем ваше знание Майнкрафта. Так, нам нужно вот так поставить и вот туда. Раз, два и раз, два. Нам еще нужна зажигалка. Надеюсь, портал-то хоть будет как... Портал нормальный. Я думал, что он тоже будет какой-нибудь хитро выгнутый и круглый. Честно говоря, я ожидал от модифики совершенно другого. Ну да ладно. Заходим. Так, а! Не, ребят, а, мама! Что произошло, В смысле? А почему я у черта на рогах? Так, понятно. Так, а теперь аккуратно выходим. О май гад. Ой, мама, как тут лагает-то. Давайте дистанцию 5 чанков, все равно лагает адски совершенно. Выглядит это стрёмно. Я бы сказал, омерзительно. Но, да, ад, реалистичный ад, это, конечно, Д. Г. Просто. Вот что я вам должен доложить. А вот это что за дерьмо такое квадратное? Мобы, вы где? Явитесь, пожалуйста. Хотя бы завалящий газ. О, так, золотишко. Нет, это не золотишко, это сульфур. Это сера. Гриб, висящий в воздухе. Ничего необычного. Хорошо. Вот там какой-то светлый квадрат. Я не знаю, что это. Видишь? У кого есть догадки, пишите. Давайте, знаете что, сейчас попробуем? Сбегаем в... Как его называют? В гости в крепость. Так, друзья мои. А, телепортировался, называется. Сваливаем. Нет. Все, зрение ночного видения. Так, кирка готова. Нам нужны огнепалочки. Все. Алмазная кирка не работает не хуже меча, на самом деле. Я думаю, многие из вас этого не знали. Так, живем, чтобы была регенерация. И, в общем-то... Ну, что я вам скажу. В общем, как его называют, весь этот замок выглядит довольно обычно. Кроме летающих грибов, так-то все нормально. Ауч. Так, у меня 3 порошка, я думаю, что должно хватить. На всякий случай я сделаю все 12, соответственно, это 6 палочек. Ждем. Ну чё, какое-то говно я собрал, надел на себя, нацепил ночное зрение, пошли бить эндерменов. Мне вот интересно, они круглые или квадратные? Потому что носатые, окей, они квадратные. Но вот мобы остальные... И будут ли они здесь спавниться, потому что я пока был в аду, никого не встретил. Хотя за кадром я там бегал капитально, чтобы собрать все 6 палочек. Рыба есть. О, дельфины тоже есть. Дельфинам насрать, они нормально спавнятся. Угу. Тю! А, мама, я же забыл, тут это... Эти деятели со своими трезубцами всю малину испортят. Ну что, ребят, давайте попробуем сегодня до края добраться и сделаем ставки. Будет ли край такой же гнутый и выгнутый или нет. Кстати, о птичках. А что будет, если я... Ага, квадратный. Окей, эндермен, я тебя начитерил, поэтому я тебя трогать не буду. Я буду искать нормального эндермена. Так, а как тут... Ага, тут нормально. Иногда из-за этих дырок у тебя, как сказать, глазомер искажается, и ты думаешь, что там глубоко и высоко, а оказывается, а нет, все нормально. Мне кажется, проблема в том, что здесь много травы, которая не дает мобам нормально спавниться, потому что под водой все нормально спавнится, здесь как-то не очень. Ну что, я пойду искать, ребятки, давайте так, сейчас я постараюсь найти немножко, хотя бы 4 эндерперла и вернусь к вам.
Так, где-то приблизительно в этом районе должно находиться то самое, ради чего мы тут собрали. Как удобно все-таки копать, а? Просто must have. Не хватает только... Ладно, ребят, пришлось зайти в другой мир, потому что примерно восстановить тот набор инструментов, который у нас был. Потому что, извините, но вся эта крепость покрашится, вылетает, и, в общем, теперь старое сохранение мира абсолютно бесполезно. Короче, ну чё, я все равно пойду с алмазной киркой, потому что она хорошо себя показала. Так, и как? Как в это играть? Что-то очень странное у меня получается. Тут же не видно, есть тут блок достаточный для того, чтобы пропрыгать или нет. Эндерменов, кстати, обратить внимание, нету. При нормальной сложности. Давайте хардкорную влепим. Так, дракон нормальный, не круглый. Если сейчас опять крашнется, ну тогда будем официально считать, что это пройти невозможно. Из-за багов и глюков. Так, кое-кто забыл взять блоки. Пойдется блоки... Давайте сделаем вид, что я вернулся за блоками. И я возьму себе целый стак. Что интересно, точка сохранения здесь тоже не работает. Ненормальная, она смещается как ей угодно. То есть я сейчас заспаунился не в точке сохранения, а в том месте, где в первый раз заспаунился... Ну, как это называется? Точка мирового спауна. То есть тут та точка, где ты первый раз спаунишься при создании мира, там вот там он, а должен был заспауниться здесь. То есть спаун-поинты здесь тоже не работают, ребят, нормально. Они вообще не работают, от слова совсем. А вы говорите, ой, какой простой челлендж, нифига он не простой. Пойду дедовской тактикой. Метать снежки, как вы знаете, бесполезно, потому что в последних версиях Майнкрафта прикрутили эти самые гребаные решетки. Еще дыхание дракона. Если вам этот ролик понравится, мы в следующий раз обязательно посмотрим на эндергорода. Так, надо на shift остановиться. Да блин, ты издеваешься? Я в двух шагах был. Вот животное. У меня есть плохие новости, друзья мои. Дракон почему-то умер, когда я ломал очередной кристалл. Я не знаю, как это называется, но это явно не было задумано. Просто ломал то ли второй, то ли третий. Я не понял, в чем разница. А, наверное, я взрывом этого самого кристалла задел дракона, и он умер от этого. Офигеть можно. Ребята, это странный лайфхак. Оказывается, дракона края можно убить в одним ударом, просто взорвав кристалл. Это что это? Ой, боже мой, что это вообще за действо? Ой, хотя бы титры квадратные. Так, а где? А, escape, все. Титры читать не будем, потому что они такие же. Ну что, друзья мои, давайте пишите в комментариях, какой челлендж мы будем проходить в следующий раз. И обязательно, конечно же, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить продолжение. Какие у нас были извращения? Как говорится, Майнкрафт без текстур. Вон, прямо покликайте по экрану, вам там покажут. Майнкрафт без текстур, Майнкрафт без света. Ну, то есть Майнкрафт без в вечной ночи и так далее. А, слушай, без света же тоже можно сделать. Есть подходящий модификейшн. О, господа, я такое сейчас сделаю. Поехали. До встречи. Благодарю за просмотр, за подписку, лайки. Всем удачи, всем пока и фур вам бабла. Не забывайте покликать по ссылочкам, посмотреть все всякое интересное. На канале свыше 1000 интересных роликов. Ну и, конечно же, скачивайте моды с самого правильного сайта на свете, geroncraft.ru. Все ссылки в описании.